Мы регулярно отправляем фотографии девочек в модельное агентство материнское. Ее выбрали, и с 13 лет Лиза стала моделью. Она посетила очень много стран. Ее фотографии были и на обложках журналов, такие как и Official, и Vogue, и остальные. У Лизы очень успешная карьера, ее везде приглашают. Также она нашла свою судьбу. 17 июня вот у нее состоялась регистрация. Она теперь живет в Сингапуре, учится в арт-колледже, будет актрисой. Я думаю, что мы ее увидим уже не только на обложках журналов, но и на экране.